Ребята, всем привет! Хотел бы вас познакомить с еще одним замечательным проектом под названием BlockCDN. Официальный сайт данной компании находится перед вами, а теперь давайте же узнаем, что такое BlockCDN. BlockCDN представляет собой закодированную цифровую книгу, которая хранится на нескольких компьютерах в общедоступной или частной сети. Он состоит из записи данных или блоков. Как только эти блоки собираются в цепочке, они не могут быть изменены или удалены одним участником. За последнее время число последователей криптовалют значительно увеличилось, и также капитализация рынка выросла. С каждым днем появляются новые проекты, которые работают на основе блокчейн и размножаются с бешеной скоростью. Это категория людей, которая почувствовала вкус криптовалют и знает, чего ожидать от них. Платформа BlockCDN также разработана на основе блокчейн и построена на контракте из Ethereum Smart. Большой рынок и высокие темпы роста представляют BlockCDN возможность внести новшества в отрасль и предоставить централизованный CDN для подключения миллиардов людей. Видео, живые онлайн-игры, а также другие виды контента могут быть улучшены с помощью данного проекта. Смарт-контракты запускаются автоматически, блокированные реестры являются открытыми и прозрачными, покупатели и продавцы автоматически сопоставляются. Супер-узел завершает интеллектуальное планирование глобальных и неограниченных узлов. Вот основные преимущества данной компании. В платформе BlockCDN собраны следующие функции. Это интеллектуальное планирование, динамическое развертывание иерархических приложений, динамическая защита DDoS и другие преимущества. Также токены BlockCDN или BCDN играют ключевую роль в экосистеме BlockCDN. Через краудфандинг или трейдинг пользователи могут получить токены BCDN и хранить его в кошельке. Владельцы веб-сайтов, требующие ускорения, просто вводят имя домена и ускоренный трафик, а также количество токенов BCDN на платформе BlockCDN. А теперь, ребят, давайте перейдем к самому краудсейлу. Краудсейл данной компании, как написано, еще идет до 15 сентября, но сейчас пишется, что он закончится через один день. Общий тираж монет BlockCDN составляет 400 миллионов монет. Как мы видим, на данный момент уже продано 314 миллионов. Основные этапы продажи данной монеты делятся на три этапа. Первым этапом является, то есть периодом является Early Bird, в который вы можете за один биткоин приобрести 70 150 монет BCDN, а за один эфириум 5750 монет BCDN. Второй этап называется Lock-in, которым вы можете за один биткоин приобрести 65800 монет BCDN, а за один эфириум 5400 монет BCDN. А также последний этап ICO, в котором вы можете за один биткоин приобрести 61 тысячу монет BCDN, а за один эфириум 5000 монет BCDN. В данной диаграмме показывается, куда будет распределены общее количество монет, а именно 40%, то есть 400 миллионов, будет выделено на краудсейл, так называемое ICO. 400 миллионов будет выделено для майнинга, вот, а 130 миллионов будет выделено для инвесторов на pre-ICO, что является собой 13% от общего количества. 50 миллионов будет выделено на улучшение самой платформы, и 20 миллионов будет выделено, то есть, которое составляет 2%, выделено на остальные улучшения данного проекта. Также, опустившись ниже, вы можете ознакомиться с партнерами данного проекта, а также увидеть чуть ниже преимущества данного проекта, почему именно данный проект. Здесь вы можете увидеть различия между BlockCDN, а также традиционным CDN. А также, если вас заинтересовало, что вы можете оставить свой email, куда вам будут приходить последние новости. Также вы можете ознакомиться с Roadmap, так называемая дорожная карта, которая конкретно описывает все пути становления проекта. А также познакомиться с последними новостями, посмотреть видео представление данной компании. Также вы можете увидеть поддержку данной компании, команду данной компании, которая является довольно-таки объемной. Также в данной компании присутствует свой white paper, так называемая белая бумага, в которой вы можете ознакомиться с данным проектом и найти ответы на интересующие вас вопросы. А также у данного проекта присутствует своя ветка на форуме Bitcoin Talk, где вы можете также посмотреть, почитать, а также принять участие в баунти компании данного проекта. Ребята, как бы считаю, проект довольно-таки перспективным. Если у кого-то возникло желание, вы можете профинансировать данный проект, приняв участие в токен сейле.
ну, повторяли бы это все ваши финансирования на ваш страх и риск. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, пишите комментарии, до свидания.